Астигматизм – это особенность строения глаза, которую, да, действительно, лазер может исправить, но мы, как правило, заявляем, что это возможно до 3-3,5 диоптрий. Мы проводим тщательную диагностику, мы должны понимать, что в перспективе будет после операции по остаточному астигматизму, какая будет острота зрения, и будет ли это устраивать пациента и, собственно говоря, нас.